Смоленцева Елизавета Григорьевна, 23 марта. Здравствуйте, Елизавета Григорьевна. Расскажите, пожалуйста, о своих предвоенных годах. Предвоенных? Да. Когда отец умер в 1954 году, мне пришлось пойти работать. Я окончила только 7 классов. Пошла работать в Большобурсянскую больницу санитаркой. И там были курсы медицинских сестер. Тогда работала я операционной санитаркой. Когда уехала наша операционная сестра, я сдала экзамен, полтора года училась, и меня поставили работать операционной сестрой. Но документы нам не выдавали, нас для своей больницы учили. Мне показалось этого мало. Я проработала там два года операционной сестрой и уехала в город сюда. И здесь кончила со второго курса техника, кончила техникум медицинский, тогда называли техникум. Ну и как раз, как кончила техникум, и как раз война началась. Я уже с месяц проработала еще тут, училась и работала, потому что трудно маме было, нас четверо осталось, пятеро осталось. Ну, брат тут в армии был, нас четверть дома-то осталось. Поэтому я еще взяла себе младшую сестру на воспитание. Я ее тоже учиться в городе поступила она. А как началась война, мы сразу, вот кто учился у нас в техникуме, все побежали в военкомат, что возьмите нас, пожалуйста, в армию, мы хотим помогать родине. В военкомате нам сказали, будет время, будете нужны, мы вас возьмем. И ушли мы домой, а 28 июля 41 года нам повестки из военкомата. И у меня даже тут есть школа, где мы собирались, это нас собирали, нас 120 человек взяли, девушек. Вот осталось, потом расскажу о них. Вот, и увезли нас не на фронт, а в Читу. А в Чите, в окружном госпитале, принимали раненых отсюда с фронта, привозили нам туда. Я опять же, меня, как я работала операционной сестрой, меня сразу поставили операционной сестрой. А некоторых, ну, все там, палатно, все там, все было. Когда тяжело раненый, ему нужна кровь, у меня кровь была первой группы. Меня снимают, как сестру убирают, замену дают, меня кладут и сразу прямое переливанию этому больному. Ну, сколько я их пересчитала, не знаю. Много, потому что кровь восстанавливается, и приходилось много раненых спасать. А такие сестры, они выгружали, обмывали, распределяли, куда больных, все. А потом, в 41-м году, в феврале, нет, в 42-м, что ли, году, остановите, я посмотрю.